Друзья, доброго времени суток, добро пожаловать на канал Завода, меня зовут Дима, и мы продолжаем с вами проходить метро Исход. Ну что, вот мы прибыли на гору Ямантау, да замолчите вы. Не толкайся, гля, он меня толкает. А, все, мы прибыли на гору Ямантау, идем с докладом к правительству. Посмотрим, что сейчас будет тут у нас. Что за контент нам подготовили разработчики. Ребята, не забываем, подписываемся на канал, ролики выходят каждый день. Также можете писать в комментарии, как вам игра вообще. Вообще, как она играла вообще. Но она бомба, мне нравится. Ничего Артему сказать не хочешь? Да, ты был прав, Артем. А я, пожалуй, нет. Спасибо, что не сдался тогда. Да, пожалуйста, всегда пожалуйста. Давай, давай, поправь его. Наряд, наверное, самый лучший одел свой, чистый, постирал. Ну, с Богом. Походка, крылья натянул какие, ух. Молодец. Все красное. Так. Товарищ министр, командир сводного отряда сил специального назначения города Москва, полковник Мельников с докладом прибыл. Прошу временно разместить и поставить на довольствие моих людей. Среди нас есть женщины и дети, но боеготовность основного состава на высшем уровне. Женщины и дети? Ха-ха-ха, хорошо. Давно не было. Кто вы? Чё такое? Это кто такие? Это что происходит? Так, вставай, Артём. Это что за what the fuck? Вот что это вам и правительство. Вот это да. Что с остальными? Все идет по плану. Все целы. Пока. Что значит пока? Я требую немедленной встречи с министром обороны. Не волнуйтесь, все будет хорошо и даже лучше. И министр, и сам Верховный уже ждут вас на ужин. Только в виде ужина. Ты что, походу. Соткнись, доктор говорит. А, так это фашисты. Черепа вокруг. Здесь, полковник, это людоеды. Мы то правительство, которого вы заслуживаете. Да как ты смеешь, тварь? Вы же просто людоеды гребаные. Спокойнее, а то у вас случится разлитие желчи. А кто же любит, когда печень горчит? Только с девушкой вот придется повременить, анализы сделать. Кашель мне ее не нравится. Ты твои руки мне развяжи! Я тебе твои анализы так в жопу заколочу, плеваться ими будешь! Ай-яй-яй, девушка, что за тон? Берите пример с молодого человека. Он давно очнулся, но молча слушает умных людей. Ах ты, сволочь! Пусти! Пусти, тварь! Мрази! Не уйду! В общем, полковник, если не хотите, чтобы она хорошенько помучилась, прежде чем попасть на стол, вы сейчас возьмете радио и вызовете к нам ваших людей, оставшихся на поезде. Вам ясно? Ну вот. Так, куда он ее потащил-то? Я надеялся поговорить, наконец, с умным человеком. Увы. Но ничего, раз вы не согласны, вас отлично заменит молодой человек.
Когда мы с вами закончим, он наверняка не станет упорствовать. Что ж, рад был познакомиться. Яков, начинайте! Я ведь тебе начинать-то? Света достану! Очень может быть, полковник. Я вполне могу вами подавиться. А пока... Разрешите отклониться. Да я вас зубами рвать буду! Так, это людоеды. Короче, как отсюда выбраться? Так. Давай, мочи их. Ну, сейчас начнем кромсать. Но сначала найти Аню. Простите, с лифтом я немного погорячился. Че, взорвал, да, лифт? Сэм, на нас оборона. Молодцы, минуту продержимся. Сейчас будет вам угощение. Так, сюда в автомат. Блин, да сколько вас здесь, как муравьи лезут. Так, мне патронов так не хватит. Так, ну дай пройти-то, алло. Как наш D6. Лифт такой, exactly. Ну да, похоже, похоже. И это очень кстати. Так мы Аню точно найдем. Но комплекс большой. А времени у нас, думаю, не больше 10 минут. Так что придется разделиться. Сэм, бери фильтровентиляционную, генераторный зал и склад. Идиот, со мной в командный центр. Артём, на тебе казармы и медблок. Так, окей, кто сейчас уходит? Я? Ну, наверное. Так, да, я все, я соскочил. Так, мне по автомат где-нибудь подобрать? Артём, в темпе. Да я понял, что в темпе. А, я думал, тревога из-за меня. Так, какие-то записки здесь. Страница дневника 1. Так, а что я сделал? Я не хотел. Я хотел дверь открыть, а не закрыть.
Алло. Что делать-то? Ага. Кто? О, сетка бронирована это. Так, мне нужен автомат. Автомат возьму вместо револьверчика снайперского. Так. Борща достоин только папа. Понятно. Артём, не нашёл? Скорее, каждая секунда на счету. Ого! Вот это меня очередь залетела прям сходу. Блин, смертельная очередь была. Так, откуда я начал? Ага, я понял. Так, надо отключить, наверное, фонарик. Тут вроде с освещением все окей. Так, и автомат надо подобрать. Автомат у этого челика был. Так, хотя здесь я сниму. Ты чё тут делаешь так близко? Так, главное, чтобы патронов мне хватило, потому что тут их по пути встречается очень мало. Что это включил? Не знаю, но что-то я включил. Так, это прицельчик есть. Давайте полностью автомат поменяем. Хотя нет. Тут это, места, ну, закрытая территория, я думаю, здесь прицел не понадобится нам. Внизу это мясо!
Блин, еле попал в него. Блин, тут трупов очень много, прям гипер много. Бошки в холодильнике, нормально, нормально. Так, а у меня пока проблемки. По-быстрому не получается пройти. Так, в трубу эту что ли надо, да? Или наверх? Ой, нормально, баночку кинул. Баночки хотел убить. Так, какой-то рубильник. Так, следующая локация. Сохранимся на всякий случай. Ого! Это что за дядька? Так, давайте сейчас с него гранатки. Так, 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 это слишком жестко. Это было слишком жестко. Я не ожидал, что он весь в броне будет. Угу. Так, сразу гранатки подготавливаем. А ему хоть бы хны. Он вообще неубиваемый какой-то. Все, убил. Ух ты, ух ты. Они лезут как тараканы просто. Где тут пушка эта была? Давайте я натихаря ее поменяю. А, и у меня патрон. О, этих аптечек нету. Так, сейчас тогда быстро сделаем.
Так, тут, кстати, можно какие-то модификации лупануть, да? Ну ладно, пока без модификации обойдемся. А, патроны, кстати, такие же, как и на этом. На автомате, да? Значит, берем автомат, меняем на дробовичок. Да, точность, конечно, такая себе. О, вот она, Анна. Живая, это хорошо. Артём, я знала. Сзади! Вечно найдется такой герой! Никого ты не спасешь, как и остальные! Так! А ну, все, не дергайся! Только не убивайте! Отпусти его! Помните, я говорил, был такой эксперимент. Заткнись! Да. Нормально, нормально она так. Артём, ты цел? Слава богу. Блин, да я тебя побаиваюсь. Хладнокровно это слишком. Идем, доложим полковнику. Блин, а сколько тут бошек? Их тут, походу, эти бошки продавали. Аня, ты жива? Где ты? В медблоке Артем меня нашел. Слава богу. Молодец, Артем. Куда им теперь? Там как раз лифт прямо по коридору. Поднимайтесь к нам в командный центр. Идем. Только не спеши. Мне надо отдышаться. Сейчас я только зайду в одну дверку. А, тут просто холодильник открыт. Я думал, тут что-то интересное будет. Он еще так подсвечивается. Так, ладно, идем к лифту. Ёк-макарёк. Мухи летают здесь. Так, Анна, ты что, нормально дойдешь? И записка еще какая-то. Дневник офицера. Вот это называется, приехали. Так, давай. Мы вряд ли найдем чего похуже, чем на Волге было. Быстрее, гоу лифт. Этот полоумный с фанатиками своими. Так, что, кнопку ты или я нажимаю? Походу, что ты. Но нет. Оказывается, есть куда расти. Там чуть не убили, а здесь и вовсе съесть собирались. Вот же мразь какая. Поразительно просто. И ведь, похоже, правда, врач был. Ну ничего, посмотрим еще. Его-то мы точно пережили, так что... Так, ладно, сейчас посмотрим, что наверху будет.